Ребята, все мы знаем самый лучший сайт по продаже робуксов RBX3. И прямо сейчас в своей группе ВКонтакте они проводят конкурс на 70 тысяч робуксов. Да-да, целых 70 тысяч они разыгрывают в честь Хэллоуина. Шанс на победу у всех, ну, очень большой, ведь будет 15 счастливчиков, которые получат свои робуксы в прямом эфире 31 октября. На прямой трансляции в их группе во ВКонтакте. Условия конкурса максимально простые, поэтому как можно быстрее переходи в их группу во ВКонтакте по моей ссылке в закрепленном комментарии. Возможно, именно ты станешь победителем, который заберет главный приз 25 тысяч робуксов себе. Ну что, ребятки, заходим в Big Games Pet Simulator X, нажимаем Skip и наконец-то, так давайте подрубим вот так звук, и вот, наконец-то, New Update Halloween Event, ребята, эксклюзивные хэллоуинские подарки, плюс один бесплатный час к игре. Что это, что такое? Так, это у нас конфетки, Хэллоуин питомцы, ивент Huge Pet, Хэллоуин апдейт, ребята, Хэллоуин квест, Pumpkin Cat Hoverboard, гигантские памкины, ребята, гигантские тыквы, хэллоуинские... Что это? Макиовер, ребята, напишите в комментариях, вот уже не знаю. Элементар эксклюзив Pet, ребята, и много-много еще всего другого. Офигеть, ребята, вот оно, наконец-то у нас вышло хэллоуинское обновление. Всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Влад, и наконец-то у нас вышло хэллоуинское обновление в Pet Simulator X. Сегодня мы сделаем на него краткий обзор, попытаемся выбить крутых питомцев, и давайте же мы уже будем приступать. Как можете заметить, сверху у нас шарики поменялись вот такие вот различные цвета, это все довольно-таки круто, и давайте посмотрим новый ховерборд, который нам добавили, вот он, Pumpkin Cat Ховерборд, Halloween 2022. Но я думаю, ребята, что этот ховерборд можно будет получить, если мы выполним, ребята, квест. Выполним квест, а квест у нас, я думаю, будет вот здесь, в хэллоуинском ивенте. Давайте возьмем питомца и попробуем какой-то блок сломать. Ой, блок. Да, вот видите, нам выпали, ребята, монетки. Давайте еще поломаем. Окей, у нас 600 тысяч монет, точнее, конфет. Давайте телепортируемся сюда и смотрим. Вот она! Как она круто выглядит, ребята, я в шоке. Вернитесь сюда с хардкорным модом. О, ребята, это что-то интересное. Окей, обязательно это все посмотрим. Так, заходим сюда. Здесь у нас, ребят, ну, конечно же, уже выбивать нового Huge Pet. Спуки апгрейд вернули, ребята. А, это старые спуки апгрейды. Вот этого я, конечно, не ожидал, ребята. Мистические пэты, бла-бла-бла. Ну, это все мы повыбиваем. Давайте посмотрим новых питомцев. Вот они, новые питомцы, наконец-то. Стоп, что? Это старые питомцы? То есть, нам добавили одного Huge Pet, ребята. Только одно яйцо стоит. У нас стоит оно 800 тысяч. В принципе, не так уж и много. И, ребята, у нас есть шанс выбить либо Huge Pumpkin Cat, либо же Huge вот такой вот, ребята. Это кто у нас? Huge Reaper, ребята. То есть, да, как вы можете заметить, у нас... А какие питомцы по силе? Давайте попробуем открыть вот это... Вот три яйца. Давайте посмотрим, какие у нас по силе. Так, у нас выпали вот эти питомцы. Смотрим, они у нас 200 миллионов. Старые питомцы стоят. А в чем прикол? Ребят, прикол, наверное, в том, что нам нужно телепортироваться в... Да, я думаю, нам нужно, ребята, в хардкор-мод зайти. Не, что заикаюсь. Я думаю, нам нужно в хардкор-мод зайти. И в хардкор-моде мы сейчас посмотрим, как выглядит та локация. Потому что не зря там же на могилке написано, что зайдите сюда через хардкор-мод. Так, ладно, вот Big Games, мы заходим, ребята. У нас сейчас грузится хардкор-мод. И давайте посмотрим, что у нас будет там в хардкорном режиме. Так, давай, грузи. Давай, грузи быстрее. Ну, что так долго, ё-моё. На троечке остановился, на четверку. О, все, пошло дело. Отлично. Так, Fantasy World. Что мы здесь делаем? Да, у меня здесь вот такие вот мои слабые питомцы. Телепортируемся в шоп. Тан-та-та-та-тан. Давай, грузи. Капец, мне уже не терпится посмотреть. И вот, ребята, телепортируемся сюда в хэллоуинском ивенте. Но я что-то подозреваю, что сейчас у нас будут другие питомцы, и все совсем круче будет много. Так, вот мы, ребята, сюда попали. Опа-на, это мой подписчик. И... Хэллоуин квест номер один. Откройте 10 Pumpkin Egg, ребята. Вот оно. Так. Pumpkin Egg, это у нас вот такие вот. А цена какая? 20 тысяч. Здесь у нас, ну, цены те же самые остались, ребята, да? Просто нам добавили хэллоуинский ивент. Да, я, короче, понял. Если мы пройдем этот хэллоуинский ивент, то мы с вами, ребята, получим... так, давайте сюда телепортируемся. Я думаю, здесь мы нафармим сейчас монет. То мы, ребята, с вами получим эти самые... Cat Hoverboard, ребята. Cat Pumpkin Hoverboard, если выполним все квесты. В принципе, довольно-таки прикольно.
А ну-ка, давайте сейчас попробуем пофармить вот эти вот монетки. Так, давай, грузи, пожалуйста, быстрее. Почему сундуки не падают, ё-моё? Ладно, давайте вот это сломаем. Так, что, на монетки падают? По 3000? Так мало? О, вот это, ребята, мы влипли, конечно. По 3000 монетки мне выпадают, это что-то прям такое себе, ребят, такое себе. Ну, здесь 7000 выпало. Но это все равно очень мало, ребят. Я понял. Ну вот, ребята, и есть сложность всего хардкор режима. Короче, вы поняли? Теперь у нас, ребята, вот такие вот монетки, только они фармятся очень долго. Ну хорошо, давайте хотя бы попробуем первый квест выполнить. Либо попытаться выполнить, я не знаю. Так, вот эти мы все ломаем. Опа-на. Смотрите, у нас уже 150 тысяч. Но это очень мало, ребят. Это реально очень мало. И, кстати, давайте посмотрим этих силу хардкорных питомцев, ребята. Так, шоп. Сейчас посмотрим силу хардкорных питомцев. Сюда мы телепортируемся. Залетаем, ребята, вот сюда в хэллоуинский ивент. И сейчас посмотрим силу хардкорных питомцев. Сюда мы залетаем. И нам нужно открыть 2, точнее, 10 вот таких вот, ребята, питомцев. Так, мы открываем, смотрим, что у нас здесь есть. Да-да-да-да-да-да. И здесь у нас одни басики выпали. Ну, ладно, ничего страшного. Давай посмотрим их силы. Сила у них 99 миллионов. Ну, как бы... как бы вроде бы и круто, а вроде бы и слабо. Можно было бы и посильнее немножко. Так, давайте самых крутых оденем вот так. Не знаю, ребята, не знаю. А ну-ка, новые подарочки здесь у нас вроде как. Давайте мы вот это откроем, что нам сейчас выпадет. Вау, спасибо, очень круто. Это очень мне понравилось. Так, ну что же, ребята. Ну что же, походу вот это и все обновление есть. Да, походу вот это и все обновление, что нам добавили в новом обновлении в Pet Simulator X, да. Хэллоуинский ивент, ребята. Вот и все, в принципе, такое вот обновление. Можешь написать в комментариях, как оно тебе. От 1 до 10. С тобой был я, Влад. Я желаю тебе хорошего настроения. Удачки. Пока.